Статья «Независимость дома». Ну, здесь тоже по позициям. Первая задача по независимости усадьбы – это избавление от коммунальных платежей. Электричество. Здесь, конечно, солнечные батареи с аккумуляторами. Сокращать отопление. Жить по солнцу в активный световой день. Хорошая теплоизоляция построек. Парник, остекление солнечной стороны дома устроить. Он обогревает. Печное отопление дополнительное. Вода. Поставить колодец. Копить запасы дождевой воды в бочках. Вторая задача – избавление от работы на дядю или государство. Сделать поместье прибыльным. Овощи, фрукты, ягоды, плоды, грибы, рыба. Заготавливать консервы и запасы из них. Иметь свою картошку и зелень. Своя ферма, курицы, козы, свиньи и прочая живность. Свое дело, ручные ремесла для продажи. Итак, и третья задача – безопасность во время беспорядков. Организация совместной охраны с соседями. Иметь связь с правоохранителями. Оружие и боезапас. Ножи и газовые баллоны. Шокеры и противоядие с ядами. Скрытые тайники на участке и в лесу. Иметь карты местности, радиопередатчики и рации. Злые собаки и колючая проволока в плохие времена. Огнетушители. Четвертая задача – независимость после бедствий и катастроф. Иметь запасы воды, питьевой и дождевой, речной, озерный, фильтры, емкости, ведра, тазы, бочки, банки, запасы пищи, витамины, соль, сахар, мед, шоколад, сухое молоко, дрожжи, сода, мука, чай, масло растительное, макароны, крупы, рис, быстрые каши и пюре, морская капуста и различные консервы, заготовки, соление и засушка. Банки для пищи и консервирования, крышки и закатки, контейнеры, запас мешков, запас спичек, свечей, керосиновые лампы, батарейки, аккумуляторы, бензин, керосин, солнечные батареи, запасы дров и угля, печки-буржуйки, бензопила и запасные цепи к ней, смазочные масла. Запасы компоста, хлорки, биоочистителей, пленок, сеток, веревки, цепи, проволока, леска, скотч, клей. Запасы золота и серебра прятать в тайники. Медикаменты и гигиена, лекарства, антибиотики, дезинфекция, шприцы, скальпеля, бинты, моющие и чистящие средства. Инструмент садовый и строительный для рыбалки и охоты. Автозапчасти и расходники, шины и автоинструмент, велосипеды и запчасти к ним, библиотеки книг, игр настольных и уличных.